Всем доброго дня! Сегодня мы работали в Парковом, Бивеля 52, где наши специалисты сформировали детскую комнату. Она состоит из стола, тумбы и шкаф. Все изготовлено из ЛДСП, Ламарти. Фасадная часть Ламарти ЛДСП зеленого цвета. Также установили прихожую. Прихожая ЛДСП, Эгер. Бежевый песок цвет. Ширина 4300, высота 2,5, глубина 500. И установили вот такую вот угловую красотку. Корпус Эгер, бежевый песок, фасады и низ МДФ пленка. Софт латен, средний ряд фрезеровка, ДП-43. Столешница и фартук, королевский опал трое, фурнитура боярд. Сейчас я каждое изделие отдельно сфотографирую и чуть позже каждым отдельным постом размещу новостную ленту с описанием и стоимостью.